понятно, нашлись мои детские елочные игрушки. Я думала, они при переездах уже были безнадежно потеряны. Мы последние годы никак их не могли найти. Я сейчас буду плакать. Боже мой! Вообще! Старенькие, такие родные. Сколько же раз я их вешала. Такие есть, конечно же, побитые. Как мне нравилось вот это. Вот. Клоун или кто это такой? Вот, на защиту. Счастье! Все, сейчас буду украшать. Вот какую я нашла винтажную звездочку. Винтажный. Вообще колокольчик моего детства. Вообще, эти игрушки даже есть с детства моей мамы. Вот самые старинные. На прищепках. Такой Арлекин. Старичок. Это сказка о рыбаке и рыбке. Старушка. Конечно, такие хлебкие уже, видите. О, такие любимые. Звезда, моя любимая, старинная вообще, сплошная ностальгия. Елка моей мечты. У нас промежуточный еще результат, еще елочка будет надета на ножки. В общем, основная работа сделана. Мои любимые игрушки из детства на месте. Опушка сюрпризом была старинной, для меня винтажной. Тогда таких слов не знали, но подразумевалось, что эта вещь очень старая. И вот судя по рисунку, наверное, это годы 50-е. А вот эта игрушка, вообще, она же такая старенькая. Всякие вот эти вот крепления. И уже рисунок ободрался. Но мне так жалко выбрасывать. Это, наверное, даже какая-то винтажная, типа трофейная немецкая. 30-е годы, 40-е. Еще купила такие винтажные флажки, чтобы елка совсем была в таком вот стиле. В старинном. Ну, это я сегодня. Измученный, но совершенно счастливый человек. Хорошего вам вечера, да и спокойной ночи, собственно. Уже спать пора.